Овну покажется, что он проживает день сурка. Хочется явных и ярких перемен, а они не наступают. Может быть, самому приложить усилия, чтобы что-то вокруг изменилось. У Тельца не исключены проблемы материального плана, только не нужно нервничать. Денег никогда не бывает достаточно, но подумать о подработке не мешает. Мир вокруг меняется, а близнецы драматизируют ситуацию. Плохое самочувствие может быть следствием перенесенной болезни. Рассмотрите все методы, которые помогут укрепить здоровье. Раку все вопросы стоит решать самостоятельно, даже если ранее вы преодолевали их вместе с близкими. Научитесь тому, чего не было в графике вашей жизни. Льву нужно чаще говорить окружающим «нет». Есть вероятность, что на вашу шею сядут все, кому хочется вами погонять. Обязательно планируйте то, что собираетесь делать. Энергии у Девы в этот день будет больше обычного. Это прекрасно, значит, получится реализовать все поставленные цели. Есть шанс подписать крупный контракт, если не опоздаете на встречу. Весы попадут в тупиковую ситуацию. Она может возникнуть в работе и в любовных отношениях. Помогайте себе сами, ни на кого надеяться не нужно. Скорпиону не мешает устроить себе разгрузочный день, но это касается не только питания, но и других сфер жизни. Меньше работайте, позвольте себе отдых и общение с приятными людьми. От физических нагрузок Стрельцу следует отказаться. Конечно, если работа связана с ними непосредственно, здесь сказать не буду, не получится. Но тогда не сильно напрягайтесь. Если Козерог не будет сомневаться в своих талантах и возможностях, в итоге получит массу перспективных предложений. Смело ставьте цели, которые кажутся вам прибыльными. У Водолея много энергии, значит, можно рассчитывать на успех в карьерных вопросах. Вы сможете перешагнуть барьер, который мешал продвижению. Рыбы могут позволить себе больше, чем всегда. Конечно, пускаться во все тяжкие не нужно, поэтому фантазию усмирите. Зато удастся реализовать финансовые планы.